Рыжик-пыжик, где ты был? Почему два дня не гулял? Дома не был? А? Пашка, Светка это моя бывшая. А киса ты? А киса мой друг. Ну. А пока я сидел, вот они схлестнулись. Цешка где у тебя? А Цешка у Серегина. Где? Ой, у Сереги, у Толяна. Или у Максима. Ребятушки, всем привет. Приехал в детский дом. Смотрите, ребят, сколько подарков всем приехали. Раз, пакет, два, три, четыре, ребят. Дмитрий в Германии. Спасибо огромное за помощь, ребят. Блин. Дмитрий молодец, красавчик. Там еще, ребята, видите, бочка пива. Ха. Почисто полная, ребят. Сегодня вечеринка, наверное, будет. Опа. Сейчас, ребятушки. О, сегодня один. Блин, Дмитрий, спасибо огромное. Блин, дети будут рады. Я думаю, даже, может, тебе это благодарность не скину тоже. Так, на машине, ребят, сегодня на этой. Женька, Светка, вам спасибо за машину. Я диски делал, я только стоит, смотрите, стол. Вот так вот, ребят, видите, для чего я снимаю детский дом, я добился этого. Люди помогают, хорошо помогают. Из Германии человек прислал денег. Спасибо ему огромное. Так, ребятушки, тут всякие игрушки купил, мячики. Тетрадки, ручки, все такое. Так. Ух ты. Открылось. Здравствуйте. Ох, тут сегодня гостинцев много. Да, давайте я всякое подальше внесу. Так. Да, вас пытались позвонить. И вот записочка, я потом объясню, что это. Так, где, куда я брал ты? Вот, записочка, это вот из Германии кто прислал. Ладно, девочка, она потом признает. Спасибо. Ну все, давайте, пожалуйста, до свидания. До свидания. Ну все, что, ребят, поехали мы. Дмитрий, дружище, тебе еще раз огромное спасибо за помощь. Вот, красавчик, лайк. Да, ребята, всем тоже помогают там. Игорь Владимирович тоже всегда помогает. Ну, это просто сделал. Так что, ребят, помчался. Сейчас сначала заеду до Рыжего. Предупрежу его, чтобы он ждал меня с дедом. А потом поедем уже это. Машину поменяем. Может, это первый там. Решим. Все, вечериночку с вами. Погода, ребят, у нас лето. Вообще шикардос. Ох, видите, как диски охуенно смотрятся. Так что, ребят, как-то так. Не переключайтесь. Дмитрий, еще раз спасибо. Девочки, приехал к Рыжику с дедом. Поглядим. Кто там бежит вроде, а и там нет. Сейчас поеду, скажу им, чтобы они ждали. И поедем. Так что посмотрим. Тропа не зашла у них, нет? Видите, машина-то ездит какие-то, нет? Так, где у них тропинка-то? Что, как вы думаете, Робинзон тут, не тут? Тащили тут, блядь. Здорово, металл, блядь, когда тащили, обжигались, суки. Эти следы такие. Такие дела, ребятишечки. Ну что, ха, орёлики там сидят, ходу. От, блядь, сидеть нахуй. Утики летят нахуй. Так, дед, блядь, один, что ли? А где Рыжий? Двое суток нет. Да ты чё? Да. А, здорово, дед. Здорово. Ну, пошли там пузырёк тебе, посидишь, пойду Рыжего поищу туда. А где он, куда съебался-то? Он, наверное, в бункере там. А чё, поругались уже? Нет. А чё съебался-то? А он, у него же крыша едет же. Да? Ну всё, дед, бля, ты потерял сейчас друга, да, Рыжего, бля? Да он там, а где он больше. Да? Конечно. Сука, Рыжий паскудник. А пошли, я дам тебе пузырек, блядь. Сигарет-то нет у меня. Жди, я сейчас машину поменяю, приеду. Заберу тебя. Как дела-то? А нормально. Вчера нажрались. С кем, блядь? Я один нажрался. А что, говоришь, нажрались, блядь? Так я пришел сюда, думал, он здесь. Его нету. А ты откуда пришел-то? Из города. Сука, в город ходил деревенский мужик. Да?
Да я ходил. А ты, сокорыжи, знаешь, два дня тебя обкинул, да? На два дня тебя кинул. А ты что, в городе возвращаешься? Там где-то. А? Там в городе вот. Нет, ты-то что не возвращаешься в город? А что я там? Ты же, блядь, парень-то городской, нахуй, или деревенский все-таки? Деревенский? Я-то родился в деревне. О, блядь, вот потому тебя и тянет шалаш-то, блядь. Да? А дед, блядь. О, а вон рыжий сидит. Ха, паскудник, смотрите. Рыжик, падла, сидит, ждет, блядь. А, сучки. С бульдогом, что ли, там они? Вот, блядь. Вот это рыжик, блядь. Вот это бульдог, нахуй. Вон он, блядь. А, нет, это не бульдог. Это он бульдог, это, блядь. Рыжик-пыжик, где ты был? Почему два дня не гулял, дома не был? А? Дедушка тебя ругает, блядь? Паскудник, блядь. Давно ли ты тут сидишь-то? Ну все, я сейчас водочку дам, идите, я сейчас вам дам, спрячьте. Че такой грустный, блядь? Ты посуду вымыл, нахуй. Кого? Кастрюлю, кого? Вымоем. Вымоем? Ты такой баланды наварил, я охуел. Макароны, блядь, туда и селедку въебать в них. Ебать его в рот, я тут оглох. Ты из-за этого ушел, что ли? Так, сука, ее жрать невыносимо, нахуй. Ну, дедушка, ты что ты, блядь, готовишь, хуёво? Спортил, нахуй, все, нахуй. Че, сегодня поедем на природу-то, нахуй? Конечно, поедем. 30 литров пива везу, нахуй. Сегодня бухать будете. Так, держите. Хорошая вещь. Держи давай, че я, блядь, ухаживать за тобой? Держите, пейте, сигарет пока нету, приведу сейчас. Поеду поставлю сейчас, это уберите вам. Ну, у нас чинарики. Ну все, сейчас я быстренько домой. Давай это, сейчас, короче, дрова кастрюлю мой. Нихуя не знаю, нахуй. Все, блядь, держи. Да пошли. Давай сейчас, рыжий, я подъеду, сейчас машину поменяю, подъеду, слышишь? Ну все, давайте, не ругайтесь, нахуй. Пиво будем сегодня пить, блядь, мяско жарить, нахуй. Ха-ха-ха, сука, рыжик, паскудник. Молодец, рыжий, блядь, пьяный сраный, в воскресенье приходи, блядь, сюда, чтобы я тебе, блядь. Ну, блядь, баночек набрал уже, блядь. А тут все есть. Сука, дедушка, рад, блядь, сейчас приеду. Все, приеду, все, рыжий будет жить, я первый раз сразу же приеду с вами. Ну, вот так вот, ребяточки, поеду я. Рыжик, паскудник, пришел. Ну, это меня радует, но я думаю, и вас радует. Сегодня будет шоу. Так что не переключайтесь, готовьтесь. Ребятушки, ну что, приехал на речную. Посмотри, там трется Андрюхой. Не Андрюхой, а поглядим. Ну, кто бы красит. Вон на улице у нас лето, ребят, пришло. Тут разговаривает там. Здорово, мужики! Здорово. А чё, Андрюхи пузы-то нету? О, здорово, Паша! Здорово, здорово! Паша, здорово, как оно? Паша, ты чё не заходишь? Бля, я заезжаю! Меня не было, меня два где года пузы? Не было, ёпты! Это, смотри. А где пузы-то приехал, нет? А он дома? Он дома, а, он дома? Его в больнице выписали, всё. Ну я знаю, я видел. Я его увидел. Вот смотри, ну-ка, да, держи свой телефон. А я вижу, машина из этого. Скажи свой номер телефона. Так, подожди. Он играет. У меня-то играет. А ты меня хули, почему ты не... А почему я сейчас, не могу? Сейчас, подожди, давай. Сейчас, подожди. Так, говори свой. Подожди. Как дела у вас, блядь? Я приезжал, раз у вас трубу, блядь, лежат. Говорили, я вижу, блядь, я приезжал, здесь у вас... Мы всё... сейчас на трубах спим, вот здесь, я здесь понял. Спим сейчас. Пузо, значит, а пузо-то где дома, говоришь? У Кати, в двухэтажках. Как он себя чувствует-то хоть? Да ничего, я его видел, у него шея перебинтовка. Я же в больницу уже к нему ездил. Ну, мне этот... О, где лежал-то? 900... Вова рыжий, борода, так, сказал. Так, 8. 912. Ну, у тебя на этот. Ну, а что есть... ты не сказал, что ты к этим 500. На 101 их возил? 12, подожди, так, цикл. Кого? Не рипака. Эти кто, обои клеят. Так я вижу, когда же, блядь, ты что? 912. Я, 15 это... забери туда. 292. Ты так. Знаешь, кто это? 200. Кто, киса? Киса со Светой. 90. Ну. Света моя бывшая. Сейчас, подожди. 92. Подожди. 92-04. 04-52. Пашка, Света, моя бывшая. А киса ты? А киса мой друг. Ну. А пока я сидел, вот они схлестнулись. Она вроде из бульдога, блядь, тусовалась еще. Да, кого? Нет? Она с кем? Вот сейчас мне набери. Вот смотри, сейчас он мне набирает.
А что у вас случилось? Да он, блядь, он мне не набирает. Я ему, вызов не идет с его телефона. С моего номера не идет. Я же сейчас кашлю это за него. Денис, занято у тебя нахуй? Как занято? Вот ты выключил его, нет? Нет. Не выключил телефон-то? Нет, сейчас-то его брал, давай. Ладно, вы что, сейчас тут будете? Да, пока. Мы здесь будем. Паш, нет, сейчас набери. Курить. Я без курева сейчас еще не заехал, потом завезу вам сигареты. Давай, давай, не давай, помню, мы может... здесь будем. Костер, что? Что? Идет, идет? Костер мы вечером. Во! Смотри. Идет? Ну все, ладно, знаешь, пузо, я приеду сейчас. Он это, давай, он в городе. Здесь будем. Он давай. В городе, я его видел, короче. Почему? У него шея перебинтована, он тут видно. Ну он, все, он где-то живет, не бомжует, ничего. Нет. А где ходят, как он? Донбасс-то, блядь. Убили же его. Да? А Саня-то убили. А? Я сам приехал, мне Жека сказал, его убили, знаешь где? На щебенку как идти, вот ларек-то стоит. Ларек на круче. А я что-то, блядь, даже не знал. 30 на наверху, живых. Но. Нихуя. 30 его убили, 30 кого-то на посадили. На 13 лет дали. А, нашли даже, кто убил, да? Знаю, конечно, 13 лет дали. Я. Ну. Вот сейчас набери меня. А я тебе только что набирал, зачем, блядь? И вот я, смотри, сейчас цыган. Сейчас, подожди, я еще не нашел тебя. Ой, нашел. А мне этот сказал, Леша, блядь. Ну, снова Котельник. Но, Леха. Он говорит, ты приезжаешь туда, типа, мол, сюда не езди. Почему? Я заезжал вот, блядь, в те воскресенье, гляжу, заварено. Зашел, посмотрел у вас вот трубы, блядь. Заварено, так мы на обходе. Ну, видишь? Так я понял, у вас, почему, блядь. Тебя я вот в это же время приехал к вам, блядь. У вас тут гляжу, все настелено. Я говорю, блядь, сюда переехали. Посмотрел, заварено у вас, блядь. Так мы сейчас здесь. Я потом, видишь, подъехал, вижу, что вы здесь сидите, блядь. Так я. Так что, ну ладно, все, давайте скоро подъеду. Пошли, еще давай, мы. Это, можешь. Я завезу вам, давайте. Пожрать. Мясо будем готовить, нахуй. Давай, сейчас давай, соберу всех. Леха, и камеру не забуду. Давай, не забуду. Ну все, ребят. Так что вот такие дела. Пузо начали накрутить. Блять, парень, Павел заскварился. Сейчас будут руки обрабатывать нахуй. Ебать его сраку. Так что как-то так, ребят. Сейчас поедем до бульдога. Да нет, сюда, наверное, не подъеду, это хули. Это какие-то эти. Туда везти бомжиков своих. Баловрот нахуй. Поедем сейчас к бульдогу, посмотрим. Брата родного. И в другом месте где-нибудь устроим. Ребятушки, ну что, доехал, там никого нету. Поехал сейчас? Поехал к брату родному с еще. Наш брат родной. Вместе. Нет, я поеду Вовку Рыжу забирать. Я поедем на столбик. Там, блядь, детей заберем, может там будет долг. К этим-то уже не поеду, ребят, ну, блядь, какой они уже такие. Покушать привези, сигарет там привези. Позорю, пускай. Я там заехал, то чисто думал, пузо там. Ну, Андрюха, как горельский, его знаете, там, ну, эти вроде живет дома, так, это самое главное, узнали. Так-то хуй нахуй не нужны всех поить-то. Да, ну что, приехал брат родному. Походу, дела его нету, бля. Вот так вот, ребята, видите, с ними какие планы, бля, какие-то строить. Прежде что одного нету, другого нету. И хуй с ним, блядь. Хуй знает, что с ними, блядь. Хочешь, блядь, шашлы заготовить? Нихуя. Ладно, поедем сейчас хоть. Рыжика заберем. Пройдемся по городу. Может, бульдога где найдем. Нет, так поедем на 101 съездим. Эти заберем. И где-нибудь приготовим что-нибудь. Ну, шашлыки да хоть, блядь, что-нибудь. Пожарим, блядь. Хули вот так вот. А вы говорите, туда их своди, сюда их своди. Я говорю, одного нету, то другого нету, блядь. Они редко бывают, когда соберутся вместе, блядь. Им хули говоришь, будьте в одном месте. Они, блядь. Не бывают нахуй. Паскудники. Ладно, ребят, сегодня жара пиздец, нахуй. У меня машина ничего, печка не закрывается. Горячий воздух ебашит. Ух, блядь. Будет жара, не переключайтесь. Ребятушки, тут, блядь, сидит. Иисус! Точно, блядь, Иисус, нахуй. Ребят, хотел ковки ехать. Поехал на металлопрокассе еще. Потом голуби заехал. Заеду. Там голуби, там какие-то шорки, телки, ну, посмотрю, что там такое, может быть, и там кто-то живет. Совсем пусики, смотрите, увидите. Бросай нахуй все, машину, поехали! Ты с кем? Нихуя, сколько много там, блядь.
А чё ходите здесь? Я, как, блядь, пойлотов, ну шо там, блядь, на... Вижу, стоишь, блядь. Бля, братух, здорово. Ну, здорово. Ребят, а от бульдога вам привет. Дело в том, я знаешь, почему, блядь, не приехал? У меня денег, на, короче, не было. Садись, а? Поехали, садись быстро. Поехали. Бегом, нахуй. Понятно. Бегом, бульдог, блядь, дай глоток, нахуй. Садись, закрывай дверь быстрее. Ты сейчас тебе там еще отпиздят, блядь. Не нахуй, я заебался. Чё, бульдог, как дела у тебя, нахуй? А? Как дела у тебя? Блядь, нормально вообще. Чё? Едем бухать? А все, Светка нахуй переехала нахуй. Куда? Вообще куда? Ну, а? Твоя. Выручи хоть сигаретами. Блядь. Сигарет вообще нету. Вон металл забирай. Сейчас приеду. Вы где будете? Шока здесь? Здесь. Все, ладно, хорошо. Серега, ну хоть вон так меня. Мы на вспомнил вас, ребята. Сколько вас много-то? Бульдог помчался на вас. Здорово. От бульдога, блядь, выхватил вас. А? Как у тебя нашел-то, блядь? Как? Я поехал тебя специально искать, блядь. Я ты чё, блядь, кто, сука? Кто, воскресенье тебя не было, блядь? Я деньги положил. Куда положил? Короче, там, это, сам, как его, дырка, нахуй, это, блядь, как его. Дырка в жопе, да, там отверстие, нахуй. Да там, не, там отверстие, нахуй. Так. Я, блядь, положил, нахуй, там, блядь, нету, нахуй. Бульдог, паскудник, ну-ка скажи. Максиму Акимов, Карелия, спасибо огромное, тебе 300 рублей передал. Максим, Карелия. Нет, Максим Акимов. Максим Акимов. Из Карелии, знаете, 300. А от души из Карелии. Только дырку не убирай, блядь. Вы это вообще, блядь, ты даже не думай. Нормально. Это тебе Виктор Викторович дал. А и Виктор Викторович. Ну все, бульдог, поехали. Ладно, хоть я выхватил, ребята, его. Из этой банды всей. Я... Поехали до Рыжика, нахуй. А Светка куда переехал? Подожди, я знаю, что выдумал. Какое? Что-то, блядь, у меня, короче, поехал. Короче, я не знаю, нахуй, что там. Короче, я эти, как зарики, блядь, кидал. Кого? Какие, блядь, зарики. Ну, зарики, в нарды, нахуй, играли, сидели. Что, деньги проебался? Нет, я зарики, блядь, кидаю, у меня выпадает, у них нет, нахуй. А что, как так? Ты выиграл, что? Ну, нет, зарики. Ну, я понимаю, в карты, там это понятно. А то, чтобы... В зарике, нахуй, я понять нахуй не могу, как так можно? Вот я выкидываю, я зарики выкидываю, нахуй, у меня все выпадает. Ну, так ну, что, ты выигрыш? Или что, а? Голубь-то где, у тебя живет, нет? Пошли. У себя, он у себя дома. В доме? Да, там в этом, в бане. Один, что ли? Ну, я не знаю. Что, в гости зайдем к нему перед Рыжиком? Поехали. Рыжик нас ждет, сейчас будем что-нибудь кушать, да? А Рыжик что-то, Танька где? Танька, не знаю, Танька, телефон не берет нихуя. Не хотит больше взять. Он Иисус гуляет нахуй. А чё она? Чё? Так а хули, говорит, не ебёте её нихуя, она говорит, ебала в рот нахуй. Да? Бульдог только, блядь, говорит, писить может нахуй. Нихуя, она ебать. Её, блядь, есть кому ебать нахуй. Да? Какая ебёт нахуй. Скажи, её выбить, потом тебя ебать будет, да? Кто он там, блядь? Вот пускай ебёт нахуй её нахуй. Есть, её ебать, есть кому ебать. А я пах... Я так считал, нахуй, что ты, блядь, сюда приедет. Ну, по времени только не знал. А я ж только знаю, бульдог. Я, ты паскудник где-то лазишь, блядь, опять каких-то новых бригаду нашел, блядь, друзей. Я нахуй. Я еще там еще с охранником. Охранник, нахуй, ой, ты вышел. Там еще, блядь, еще пиздец. А я там пока... Опять бульдог пиздит всех, ребята, блядь. Я убийца, нахуй. Нихуя, бульдог, бульдог, когда перестанешь драться-то уже, блядь? Уже хватит драться-то, блядь. Че ну, ты, блядь? Че, сколько, блядь? Ну, блядь, поехали. уже не молодой же, нахуй. Надо успокоиться уже. Поехали, это Танюхи, да едем. Че, Киса, а Киса там, че? А я откуда знаю, Киса? Сейчас пойдем к Рыжику, нахуй. В карьер. В карьер? Да, сейчас зайдем сначала к этому. Понял. Заедем, попроведуем его, голубя. Я его... Он мне говорил, что где-то... На край города. Ты же был у него, блядь, сука, опять забыл, что ли, нахуй? Вот паскудник, бульдог. Нихуя, блядь, не помнит, нахуй. Нихуя, нормально. Пошли к Кисе. О, пошли к голубю, нахуй. Голубю зайдем, нахуй. Проверим, что он там делает, нахуй. Он пальцы, нахуй. Моется, что ли, думаешь, блядь? Эй, блядь, штаны на лямку. Подожди, блядь, паскудник, нахуй. Что дверь не закрываешь? Ну-ка дверь быстро закрывай, блядь. Лифтер родился, что ли? Подожди, блядь. Голубь пузырек-то возьмем хоть, блядь.
Деньги получил, нахуй. Кто-то у вас к Ксении не приехал. Да ты же ебал, блядь, не приехал. Пошли отсюда. Я понимаю, что... Пошли отсюда. Че ты понимаешь? Деньги потерял, нахуй. Мне ехать, нахуй. А мы тебя искали, блядь, хуй. Пошел за Рыжего, нахуй. Но. Че, Рыжего. К Рыжему пошел. Там не живет. Пришел к Рыжему. Рыжего нету, нахуй. Тебя нету, нахуй. Никого так, нет. Так а он... как я поеду? У меня денег, блядь, не копить. Да сука, блядь, на босс, дать нас там паскуда. Деньги сегодня потеряли. Спрятал их деньги-то, нет? Спрятал в карман быстро, нахуй. Сука. Кто, блядь, потеряешь, блядь, паскуди. Спрятал в карман быстро их. В тусы. Я тебе, я говорю, паха, все равно, один тут, блядь, вон. Я сказал, тебя найду, блядь. Че, голубь, где, блядь? Да вон, в бане. Моется, блядь, паскудник. А хуже, ебаная. Так, тут наркоша появился, я. Голубь! Голубь! Подожди. Иди, заходи, нахуй. Давай, ты же, блядь, знаешь. Деньги только спрячь, что голубь это берет у тебя. Закрыл нахуй он себе. С той стороны, наверное, там на замок на. Голубь! Голубь! Книжки читают. Сам. Салаты, закуски, блядь, ёпс туда. Посмотри, там он нет. О, блядь, бульдог зашел нахуй. Вот так вот поживают нахуй. Чё, там? Пошли нахуй. А, там, блядь, вот сука. Паскудник, не выходит нихуя голубь. Да, ребят, когда ты здесь жила? Блядь, семья, хорошая семья. Теперь здесь долго, здесь больше не живет. Че, бульдог? Голубь! Че, он там один, что ли? Да, дома она. Выйдет, нет? А, сейчас выйдет. Ну, давай, пузырек, дадим, да поехали, дорожки. За Рыжего, а вот тут, блядь, вообще где-то я на знаю, окраине он, карьера там где-то, это... блядь, я хуй нахуй. Я говорю, ты что, ебнулся, нахуй тебе туда ехать, там, на окраине, а там, говорит, металл, говорит, есть. Металл, нахуй, блядь. Сука, блядок, блядь. Блядь, кроссовочки какие-то, ботиночки, блядь. Да я на стеклате, что ли, спал, падла? Да. А ты, деньги, кто нюхит, что это? Да не берет трубку, видишь, она-то нехуй, хули. Чего она не берет трубку? Ну хули, говорит, бульдог мозга ебет. Хуй забила нахуй, да? Говорит, бульдог не ебет. Да и пошел нахуй. Фу, вообще нахуй я даже нахуй. Я... Ебать не будешь, ебешь. Да? Да я ебать, я, блядь, мне хуй не встанет. Ну не? Да конечно. Почему? Ну что, голубь, выходишь, нет? Голубь! Игорь! Ну что, бля, паскудник? Он тебя, он там одевается. Че, без трусов, что ли, спал? Да я хуй. Сыка, ты что, не видел, что ли? А я чую, блядь, нахуй, блядь, смотрю, что ли. Я говорю, точно, Паха, говорю, я Пашка, говорю, приедет сегодня, воскресенье, блядь. Ну, блядь, деньги ты... спрячь, блядь, типа ты, мать, ты все сейчас у тебя заберу. Ладно, похуй, я, не, меня никто не шапку, заберет. Шапку, шапку убери, блядь, да. Блядь, голо! Блядь, ты он что, сука, может? Давай его за волосы тащи его, нахуй. Дверь открывай, ну, на. Голо, блядь, ты заебал, давай выходи, нахуй, ебаный бро. Иди выходи, говорю, блядь, ебано. Там Пашка, блядь, выпить нахуй. Ты, блядь, ты чё, блядь, сука? Там, блядь, валяешься нахуй. Нахуй, твоя жопа хороша, сука. Кожная стеная. Иди сюда, я говорю, Пашка, привет. Кожная стеная. Водите, валяйте, одевай нахуй. Поехали тогда, хули. Валяйте, одевай. Голубь, не хочешь уходить, мы поехали тогда. Кого тебя? Блядь. О, хуй мой, поцелуй, блядь. О, блядь, на. Пиздишь, нахуй. Че, не хочешь уходить? О, хуй, сейчас выйдет. Блядь, о, хуй поцелуй, нахуй, мой, нахуй. О, нормально будет. И тогда выйдешь, нахуй. Блядь, блядь, ты какой страшный, нахуй. А кого заебал, нахуй, мне мозги ебет, нахуй. Сука, это, голо. Выглядь. Я тебе, сука, я тебе окошко, сука, вышибу, нахуй, здесь. Хуй ты, блядь, мозги ебешь, иди сюда, выходи, на.
Не ори, вот сейчас выходи, нахуй. Видите, не ори, блядь. Кровая сова, медведь пришел, скажи. Если так не понимаешь, значит, поорать надо, чтоб ты, блядь, понял, нахуй. Нихуя не понимает, нахуй. Сука, бульдог все объяснил, нахуй, да, бульдог? Нахуй, дай я за него выпью. Давай, выпей за его здоровье, нахуй. Голов, давай выходи, нахуй, Иван. Я тебе сейчас, сука, окошко, нахуй, вышибу, нахуй, последнее, нахуй. Не надо его последнее, оно одно, блядь, а не последнее. Ты что такой злой, блядь, бульдог, нахуй? Так, паха, здесь, блядь, вообще пиздец, нахуй, я тебе говорю, такую хуйню воротит, нахуй. Держи, держи, нахуй, пошли, нахуй, скажи, нет, нет, наш, мы поехали, скажи, голуб, выйдешь, нет? Он выйдет сейчас, он сейчас выйдет. А то уедем сейчас, водку не дадим тебе, сука. Блять, ребят, за водку его звать надо еще, блядь. Да? Водяру, нахуй, да. Лишь, блядь, выпить, нахуй, сука. Вообще никакой. Тебе, сука, выше, еди. Голод! Давай выходи, нахуй, ё-моё. Сука, пока я тебе, сука, последние окна, сука, там не выбил, нахуй, сука. Не, вон еще есть окно. В сарайке. Иди пока, иди пока в сарайке вышиби. Чтобы это последнее осталось. Я губаши, вылазь нахуй, ёбаный в рот. Ты чё, где Гагарин-то у тебя? Чё, как ты не знаешь? Должен знать нахуй, как ты не знаешь, где Гагарин? Голубь, всё, нажился у мамки нахуй. Ты выходишь или нет? Сейчас выйду, ну все, черт нахуй. Соседи ребята сейчас скучают, без них нахуй. Че он, не хочет? Сейчас он выйдет нахуй. Он... Заебал он, что там, блядь? Ну, хуй, блядь. С другого поселка выходит, что ли? Больше, чем надо. Там у него пятиэтажный дом, что ли, блядь? Выходит там. Там... Хуй, блядь, выходит. Сейчас выйдет нахуй. У меня, сука, все карманы. Я деньги-то, блядь, положил. Я, блядь, на сапёрку-то, блядь, почему не приехал? Потому что я деньги-то положил в карман нахуй. А они, короче, у них там дыры нахуй. Они, короче, у меня все деньги выпали, ну, мне 36 рублей, ну, на 30 рублей, ну, чтобы оттуда и обратно приехать. Я же, блядь, не пропью, стоит, блядь, полтинник, нахуй. А где Цешка? Сороковник, 45. Цешка где у тебя? Цешка у Серегина. Где? Ой, у Сереги, у Толяна. Или у Максима? Не, у Толяна. Ты говорил, у Макса? Это, кстати, знаешь что, я тебе что еще скажу, это самое, плохо, это самое, если, блядь, Цешка, нахуй, будет, еще принеси. Я, похуй, делал, или продал, или что. Вот так и говори. Иди, выводи его, если не выйдет, все, поехали нахуй, пизду. Там это самое, похуй. Все, понял. Только это, цешку нахуй. Цешку надо, ребят, цешку нахуй. Голубь, блядь. А вы, блядь, батарейки, блядь. Ну ты выйдешь, нет, или мы поехали? Блядь. Ёб твою мать, ты что, одеться не можешь, что ли? Без трусов спишь, что ли? Нет. А ты что, блядь, от матери опять убежал, нахуй? Давай не босиком, выпей, да, блядь, мы поедем, ёпта мать, хули ты? Или ты не пьешь? Пью, почему? Ты, блядь, Игорь, ты давай, блядь, бегом, нахуй, в голос, блядь, ну выкидывайся, нахуй, сюда, ну. Выпить хочешь, нет? Да. Ну и чё, хули ты так долго одеваешься? Хули ты, блядь, сидишь, блядь, мозги ебёшь, нахуй. Голод, один здесь живет, не скучно тебе, голод? Скучно. А? Ему нахуй не надо. А чё, пускай бульдог у тебя живет, нахуй. Если его мамка. Мамка, нахуй, бросила. Мамка тебя бросила? Мамка, нахуй, домой не пускает. Да? Я ему сразу желаю, не пей, нахуй. Ну, блядь, пьет, а не пьет, нахуй, чё. Ну, блядь, голод, мы думали, ты бросил пить, нахуй, а ты не пьешь его, да? Не, почему? Не пьешь? Пью его. Чай без сахара. Блядь, что там ботинок не надеть не можешь, что ли, ёпта твою мать? Но... Че заебал, блядь? Ну, иди босиком выходи, блядь. Тебя, блядь, как это, нахуй, с пятикомнатного дома, блядь, выходишь, нахуй. Ком... Хуй его мозг там ебет, нахуй. Да, сейчас, блядь, бульдог все, все выпьет, нахуй, и все, и зря одевался, нахуй. Вот, одел, нихуя себе, попал, что ли, блядь?